В четверг в Приволжске прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. На мероприятие приехал глава региона, чтобы лично поприветствовать и поздравить приволжан. Напомним, спортивный объект возведен в рамках реализации федеральной целевой программы. Общая площадь комплекса почти 2000 квадратных метров. В новом ФОКе будут проходить тренировки по различным видам спорта, от волейбола до спортивной аэробики. Более того, комплекс приспособлен для инвалидов и маломобильных групп населения. Его стоимость более 200 миллионов рублей. Расходы разделились примерно пополам, федеральные и региональные вместе с муниципальными. Важность его, безусловно, потому что у нас в Приволжском районе не было спортивных сооружений такого класса.